Трем актерам Канибадамского музыкально-драматического театра местные власти дали временную справку на ношение бороды. Документ разрешает им носить бороду до тех пор, пока на сцене театра идет спектакль «Смерть ростовщика», сообщает радио Азади со ссылкой на директора театра Кайра Джона Кадирова 13 октября. Справка была выдана после того, как 7 октября актеры были задержаны сотрудниками милиции за ношение бороды. В УВД города Канибадама задержанным заявили, что они должны состоять в специальном учете. Узнав, что актерам ношение бороды необходимо для роли в театре, их отпустили домой и пообещали выдать справку, которая позволит гулять по городу с бородой. Напомним, что в 2009 году в Таджикистане были установлены нормы бороды для мужчин, работающих учителями. Отращивать бороду позволялось преподавателям старше 50 лет, а ее длина не должна была превышать 3 сантиметров.